Клуб «Алые погоны» — единственный в стране, кто получил право на участие в реальных раскопках. Кадеты работают вместе с 52-м поисковым батальоном. Основан клуб был в 2014 году. Все это время курсанты помогали открывать тайные истории на территории Мозырского, Калинковичского и Гомельского районов. Поисковые вахты были организованы также и на территории России. Первые даже наши выезды были на Смоленщину, где проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. Но для нас важна, конечно же, история нашей страны, нашей Гомельщины непосредственно. Они участвовали в раскопках на территории Чонковского леса. Захоронение мирных жителей, погибших во времена Великой Отечественной, стало одним из самых массовых на территории Гомельщины. Огромное количество предметов было найдено именно благодаря кадетам. Часть экспонатов теперь находится в музее училища. Останки, находки, которые мы там обнаружили, заставляют задуматься о том, какие зверства творились на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно, так как будущее поколение тоже смогут узнать об этом, о той истории, которая была скрыта от нас очень долгое время. Во время полевых работ курсанты открывают новые факты. Эти ребята не позволят поменять историю, потому что увидели все своими глазами. Многие люди считали, что расстрелы в Чонковском лесу относятся к 1937 году. Но мы можем поспорить с любым сомневающим человеком, потому что своими глазами видели пули, гильзы, оружие немецкого производства. Также в могилах находили монеты 1940 года. Теперь участники поисковых работ могут поделиться со сверстниками не только впечатлениями. Экспозиция покажет и расскажет курсантам кадетского училища о раскопках. Немаловажную роль во всей поисковой работе непосредственно играют это кадеты данного учебного заведения. Благодаря этим людям мы эту выставку сделали и сегодня, в принципе, открываем в кадетском училище для сохранения памяти об этом событии, а также о том, чтобы будущее поколение знали и понимали, какое было это страшное время и что это время не должно быть допущено в будущем. Участники клуба «Алые погоны» планируют и дальше принимать участие в поисковых работах, ведь это занятие достойно того, чтобы посвятить ему часть жизни, считают курсанты.